говорят, дешевле продали. Была распродажа, вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные и синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу, чайник, пиджак, штукатурку и стразы. Белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы, шаль и носки для мужа и мамы. Туфли хочу с крокодиловой кожи, машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю, где рассказать? Все, тогда начинаю. Основным направлением деятельности магазина «Хозяин» является продажа оборудования для систем водоснабжения и отопления, а также канализации. Квалифицированную помощь в подборе современного, функционального и надежного оборудования вам готовы предложить специалисты магазина. Торговая площадь состоит из двух залов. Здесь представлены электрические, газовые и жидкотопливные котлы от ведущих брендов по доступным ценам. Электрические котлы самые простые в обслуживании. Ни топки, ни дымохода, ни топлива. Все, что нужно для их установки – наличие хорошей электрической мощности. Выгоднее всего использовать газ. Настенные газовые котлы – особый случай. Это как бы мини-котельная. Как правило, такие котлы двухконтурные. Они обслуживают систему отопления и позволяют организовать горячее водоснабжение. Специальное предложение магазина – продукция компании «Галан». Это электродные и электрические отопительные котлы, система управления и технологические жидкости. Благодаря своим компактным размерам и небольшому весу котел экономит место в доме, а монтаж и установку может осуществить один специалист. Такие котлы способны отапливать помещения общей площадью до 800 кубических метров. Качественное оборудование в магазине представлено в широком ассортименте. Более 6000 наименований. Здесь вы найдете водонагреватели, которые также делятся на несколько видов. Газовые, электрические, накопительные и проточные. Бойлеры Ariston отлично справляются со своими задачами, отличаются доступностью и простотой использования. В «Хозяине» найдете системы теплого пола, электрические обогреватели, насосы, мембранные баки, газовые баллоны и всевозможные комплектующие. Также большой выбор труб для водоснабжения, отопления и канализации. Как обеспечить оптимальную температуру в помещении, чтобы избежать неприятных сюрпризов в зимнее время? Ответ прост. Выберите правильный радиатор. Что касается женской половины человечества, то для вас прекрасный выбор газовых и электрических плит. И чтобы не ходить далеко, здесь же можно приобрести вытяжку. Напомним, что все оборудование реализуется по весьма умеренным ценам. Кроме того, действует гибкая система скидок. Магазин «Хозяин» находится по адресу город Анапа, улица Парковая, 35. Телефон для справок 529-96. «Дары Каспия» – так называется магазин, который открылся в аэровокзале Анапского аэропорта. Рыба у нас в России всегда пользуется устойчивым спросом. Весь ассортимент рыбной продукции из Астрахани. Копченая, соленая, вяленая, много разной икры в баночках. Согласитесь, это очень полезный продукт для здоровья, ведь в состав рыбы входят ненасыщенные жирные кислоты. Предлагается икра щуки, осетровых, стерляди. Рыбий жир, входящий в состав икры, очень ценен. Копченая рыба – это продукт, сохраняющий все вкусовые качества свежей рыбы. При этом ее вкус и запах для многих людей гораздо привлекательнее, чем, скажем, вкус и запах рыбы вареной или жареной, из-за тонкого копченого аромата. Напомним, что копченая рыба очень вкусна не только сама по себе, но и в составе других блюд – солянок, супов, плова, салатов и бутербродов. Толстолобик, белуга, осетрина, балыки – отличное качество, 100% натуральное копчение. Лещ астраханский – волжский деликатес, невероятно популярный у ценителей рыбы. Этот натуральный продукт отличается потрясающим вкусом и ни с чем не сравнимым ароматом, перед которым не устоит даже гурман. Вобло-астраханская вяленая способна храниться, сохраняя свои вкусовые качества длительное время. Здесь она в подарочной упаковке. Есть подарочные наборы, так называемые ассорти. Так что гости курорта, уезжая из Анапы, могут порадовать таким подарком дома родных и знакомых. Советуем и тем, кто сейчас находится на отдыхе, оценить многообразие различных рыбных вкусов. Любителям консерв здесь предложат белугу, осетра, леща, толстолобика, сома и карпа. Также можно приобрести нарезку из рыб в вакуумных упаковках. Вас ждут с 8 утра до 8 вечера. Работают здесь без перерыва и выходных.
Еще раз скажем, магазин «Дары Каспия» находится в аэропорту Анапа на втором этаже аэровокзала.